Анамнез. В январе 2019 года переболели гриппом. После появились осложнения на ноги. Диагноз полинейропатии нижних конечностей аллергического инфекционного генеза. Ребенок заново научился ходить. Есть еще трудности при ходьбе, пошатывания. Но сейчас появилось сходящееся косоглазие. Ранее не диагностировалось. Сделали МРТ. Расшифровка и диагноз специалистам клиники не совпадает с диагнозом и расшифровкой снимком детского невролога. Нужно второе мнение. Хочется понимания серьезности проблемы и диагностики. Консультативное заключение по МРТ ребенка 5 лет, выполнено 18 апреля 2020 года. На представленной серии МР-томограмм головного мозга получено изображение в трех проекциях разного типа взвешенности, включая DVI, ADC и FLAIR. Определяется диффузное поражение белого вещества лобных и теменных долей, внутренней и наружной капсулы, мелкие кисты во внутренней капсуле справа и до 5 мм слева. Желудочковая система сформирована правильно, гидроцефалии нет. Срединные структуры не смещены. Перивоскулярные ликворные пространства не расширены. Субарахноидальные ликворные пространства по конвекситальной поверхности больших полушарий не расширены. Цистерны основания мозга прослеживаются отчетливо, не деформированы. Срединные структуры не смещены. Гипофиз. Высота 3 мм. Диафрагма седла уплощена, структура обычная. Патология орбит не определяется. Ствол мозга, хиазмально-силярная область без МР-признаков патологических изменений. Обращает на себя внимание нарушение архитектоники мозга по типу лицефалии, вероятно, второго типа. Гипоплазия червя мозжечка, ретроцибулярная арахноидальная киста, аномалия по типу синдрома Жубера или Дэнди Уокера. В проекции моста мозжечкового угла корешки 8 пар черепно-мозговых нервов прослеживаются отчетливо с обеих сторон, симметричны, не утолщены. Придаточные пазухи носа свободны. Заключение. Складывается впечатление о комбинированной аномалии развития с преобладанием нарушения миелинизации. Дисмиелогенные заболевания, предположительно адренолейкодистрофия. Зав. Кафедрой профессор Холин А.В.